Сразу два снежных циклона обрушились на Камчатку с юга и с севера, сообщают синоптики. Первый из атмосферных вихрей портит погоду, в частности, в Петропавловске. Впрочем, снегопад в краевом центре должен прекратиться уже в среду, но в ночь на четверг тут усилится ветер до 15-20 метров в секунду. Что касается северных районов, то осадки там сохранятся и 8 ноября. Ветер может усилиться до 20 метров в секунду, в том числе и в Усть-Камчатском районе, который только приходит в себя после удара стихии. Так, во вторник в поселок Ключи предыдущий циклон принес ветер, приближавшийся к ураганной отметке. В порывах он достигал 31 метра в секунду. В частности, были повалены 4 опоры линии электропередачи. Поселок на несколько часов оставался без света.